теплый сегодня вот. Морж! Я морж! Ну да. Сиди, молчи, если с температурой, да? Палец помочить, если свою воду стоишь. Не боишься? У меня рука замерзла снимать, а он там бедолага. Ну что, мы приехали в храм всех святых. Сколько лет живу в Минске, я здесь буквально второй раз именно в этом храме. Смотрите, какой красивый, беленький такой. Вообще сегодня дождь обещали. Вот тебе и крещенские морозы. Привет, друзья мои. Сегодня крещение. Я вас всех поздравляю. В Минске есть несколько мест, где проходит крещенское купание. Давайте посмотрим, много ли людей вообще ныряет. Женщины, дети. Я просто в шоке. Я знаю, мужчины там все такое, но женщины и дети для меня, конечно, немножко удивление. Давайте посмотрим. Люди говорят, здесь купель где-то должна быть. Ну, сейчас поищем, посмотрим. Спасибо за такую организацию хорошую. Одного из детей Иосифа. Но вот приблизилось время ему начать свое общественное служение. Тогда Бог в особом видении повелевает пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить во Иордане всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов. Место, где пророк Иоанн начал служение, называлось пустыней Иудейской, лежавшей на западном побережье Иордана. Организована раздевалочка. Что в то время? Смотрите. Да, здесь раздевалка. Все организовано, все цивильно. Можно переодеться спокойно и окунуться всем желающим. Императором тогда был Тиверий. Но как вода очищает его от телесной нечистоты. Иоанн Креститель был строгим подвижником, носившим грубую одежду из вербинного волоса, не питавшимся акридами, просранчи и диким медом. Как водичка, бодрячком? Иосиф Флавий свидетельствует, что народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве, и что власть этого мужа над иудеями была столь велика, что они готовы были сделать по его совету все, и даже сам царь Ирод Антипа боялся власти. А смотри, голову подними. Теплый сегодня вот. Даже фарисеи и подогрели с утра. Не могли спокойно смотреть на то, как сейчас народ подогрел массами идет. А потом будет целый вечер отвечать, я морж, я морж. Ну да. Если с температурой, да? Палец помочить, если свою воду стоишь. Я морж, говорит. Дай на лыжку. Встречает их строгой, обличительной... Сколько по ощущениям градусов? Рождение ехидненное. Кто внушил вам бежать? 2-3. Ну, парное молоко практически. Прикрывая свои пороки, то техом отвергали то, что противоречило их эпикурейскому. Мальчики с этой стороны, девочки с той стороны заходят и выходят. Если не раскаетесь, для понимания, сегодня 2 градуса воздуха, плюс 2, и плюс 2 примерно вода. Авраама по духу, смущенные строгостью его речи, люди спрашивают, что же нам делать? Тихо, я вся. Необходимо творить дела. Горяченькая вода. Да, супер, сейчас круто, а там было страшновато. Ну что скажу, цивильненько очень все сделано, грамотно, современно, я бы сказал, чисто, водичка чистенькая, проверенная, так сказать. Может, потом еще съездим, посмотрим, как в прорубь люди ныряют, но здесь очень цивильно, я даже не знал, что у нас такое есть. Не боишься? Ты уже пробовал так нырять? Навязался. А, уже не первый раз. Профессионал уже, да? В аквапарке. Молодец. Пробовал. Там сучок масличный,
Здесь милость Бога. Держи, наш, смотри за канат. Все, заходи. Голос Бога Отца. Все есть сын, ну, возлюбленный. А пацан молодец. Да, не круто. Боже, ничего себе. У меня рука замерзла снимать, а он там бедолага. Ой, молодец. Ой, молодец. Умница. Отец. С головой молодец. У меня рука замерзла снимать, как он вообще туда залез. По подогревам, нет? Конечно, с подогревом. Вон телевидение, смотрите. Все как положено. Вот, ребята, молодцы. Всегда главное приходить непростуженным, очень здоровым. Что, ну, в общем, не рекомендуют, если какие-то признаки болезни, насморк и так далее. Не рекомендуют. Должно быть уже легко. Чем побуждает глубже осознать силу и значение, являются и гробом, и матерью, гробом для его прежней греховной жизни вне Христа, и матерью его новой. Смотрите, женщина, спокойно, не спеша. Как заново родились? Уже не первый раз, наверное, да? 11. Ух ты! Молодцы! Все вы? Капец, 2 градуса вода. Обжигает тело. Главное, что от души. Чудесно вообще, класс. Людей очень много, получается, вот там воду дают. Смотрите, сколько людей вокруг всего храма, практически выстроилась очередь. Как, не холодно было? Не, нормально. Нормально. Обжигает при заходе. У нас пар идет. В Минске 2 градуса. Плюс 2 градуса воздуха, плюс 2 градуса в купели вода.